Здрасте. Давно не виделись. Короче, я чищу лук на баклажаны. Короче говоря, девочки, мы это дело сейчас все быстренько с вами сделаем. Сейчас я вот это почищу и быстренько хлеб закину туда, чтобы он пекся пока. Мне скоро Сабрина придет со школы. Я все быстренько успею. Бабушка придет. Вот режем кубиками. Вот так нарезаем. Что, поделено вам не видать, что ли? Что там моросит? Болтается. Аж текет с лука. Какой он сочный. Офигеть. Вот. Я два лука сделала. Два больше я не буду делать, но можно сделать луком. Можно не делать много лук. Кто как любит, столько и делайте лук, мне без разницы. Вот. Как хотите. Мне все равно не жрать. Зараза. Вот. Оксаночка, тебе еще раз днем рождения. Я в телеге тебя поздравила, как смогла. Желаю счастья, здоровья. Спасибо большое за дружбу. Вот. У кого там еще день рождения? Всех поздравим. Никого не забудем. Разъездили сюда пораньше, зараза. Туда, да, у меня у Сабрининой подружки папу тоже все забирают. Глаза есть, зараза. Вот, это дело мы сюда. Вся моя красота сейчас уплывет в кастрюлю. Наливаем масло, которое в печи погасло. Льем. Много не надо. Вот этот лук, который вы накрошили, кидаем туда. О, зараза. Кидаем, не стесняемся. Побольше, побольше пожарим. Так, дальше нам что надо? Нам нужен перец. Вот. Сушите Иринку, кухарку. Вот. Выговорили вы его. Вот. То мы его нарезать будем. Процесс не видно. Я знаю, что это неинтересно. Я присяду. Ну, рука на весу. Неудобно же, да? Тоже кто-то со мной согласился, мне написал уже об этом. Так что вот. Делай, Ирина, говорит, так, как тебе удобно. А им надо, говорит, и надо, их так рассмотрят. Ха-ха-ха-ха. Вот. Ну, ладно. Вот кубиками нарежем. Вот так. С семечками вместе. Вот. Режем. Так вот, режем. Потом еще раз разуберем, вот это режем. Ну ладно. Вот. Так, нарезаем все. Вот так. И поехали. Вот так вот. Режем. На. Нарезаем. Видите, как это надо делать? Вот так. Кидаем. Вот сюда. Вот сюда кинули. Все, это все отодвинули. Мусор собрали. Вот. Помоечку. Помоечку. Все туда, чтобы нам ничего не мешалось. Дальше. Самое главное, ингредиенты. Самые главные. Так, подождите секундочку. Зараза. Так, уберем. Теперь нажим, полоснем. Опять пойдем. Вот и все. Вот она, красота. Так. Доску нахрен я поубрала. Вот. Ай, глаза как режут его. Вот. Видите, как прекрасно все получается. Самое главное, не торопиться. Все должно идти своим чередом. Поняли? Вот. Берете говядинку. Здесь есть заточка. Вот эта. Бывает она такая губчатая, как в прокладке.
прокладки между ними ложат. Вот такая бывает прусная бумажка. Фольга такая вот бывает. Все, вот сюда вытряхнули. Вот туда, сюда рада. Хоп, все должно быть под рукой. Потому что вы кто? Ешь мамаши. Вот, ну, сука, фаршу. Перец надо обязательно положить. Перец. Подождите. Перец черный. Перец красный. Вот у нас есть перец черный. Сыпнем черного перца. Вот. Много перца не бывает. Вот. Теперь нам надо соль. Самый главный ингредиент. Это соль. Надо посолить так, чтобы не пересолить. Примерно. Примерно где-нибудь. Вот. Вот. Вот столько. Нормально. Вот так вот. Так, мы же коньяка нальем. Долбанем. Вот. Это надо хорошо пережаривать. Очень прекрасно, что это все хорошо у нас пережарится. Так, короче говоря, девочки, это все нахрен отодвигать, оно вообще не надо уже. Нисколько оно не нужно. Вот. Чтобы было красиво. Отрубать вот этот хвост. А вот этот хвостик надо оставлять. Поняли? Вот. Обтерли его вот так, когда помыли. Все. Берем самый главный инструмент. Ядрил тебя батон. Берем. Куда поскакал? Под юбку. Зараза. Ищи ты какой. Засранец. Вот дальше поехали. Берете вот так и ложите его. Аккуратненько. Может кто-нибудь здесь вот так поддерживает за этот крючок. И надо его вот... Подождите, она нахрен не нужна. Она мешается. Вот так надо. Он везде заскакивает. Это безобразие какое-то прям. Там эти не попадали с диванов? Еще никто, все живы, здоровы. Ну, слава богу, я рада за... Положим полотенчика. Вот. Чтобы он не ускакивал больше у нас. И вот так. Надо его круть-верть вот так делать долго. Чтоб он, зараза, не был. Постучите по нему, постучите, побрякайте. Уже наконец-то вы по нему. Ни хрена не понимаете, блин. Вот надо так работать. Его надо размять, чтобы он мягкий был. Он стоячий, вот какой, видите? Ух, какой, зараза. Вот так вот его расталкиваете. Так, да, чтобы он мягкий, правда. Это очень турбулентный. Это труд такой, знаете. Вот он уже, видите, мягкий. Стал. Засранец. Сейчас, подождите. У меня тут подгорит. Ингредиенты мои жареные. Вот. Видите, мы пожарили. Чуть-чуть сожгли. Ну, это как будто так и надо. Вы никому не рассказывайте, главное, что так не надо. Это фишка в этом. Чуть-чуть, когда подгорело, это самое главное. Вот до такого состояния. Мы выбрасываем нахрен это все вот дело туда. Подскрикиваем. Вот так. Все. Вот так вот. Вот. Нахрен. Печку вырубаем. И пошли вот так вот это разделать все так вот. Вот. Размешиваем вот это. Вот. Можете морковку положить, можете еще что-нибудь положить до туда. Я ничего не буду больше ложить. И так же она будет нахрен. Самое главное хорошо перемешать это дело. Вы, конечно, можете еще яичко туда брякнуть. Вот. Ну, мне кажется, яичко будет уже лишним. Отодвинули. Вот, опять берете его. Устала, честно говорю. Вот трындец. Погнали. Вот так вот его засранца. Вот так вот его приговаривайте.